Hello everyone, this is me Priyesh Kumar Singh, a student of KSMA third year, and today my presentation was based on MRI epilepsy, which is related with images of MRI. So I basically went to the different hospital of the KSMA in entire Biscay and collected the data of epilepsy patients and do research on that and collected and well here presented the my PPT. So I won selected for in a row of selection, and I got this certificate, as you can see. Thank you so much for hearing me out here. Hi everyone, this is Nagma Khan, and today I am here for the Scientific Days, organized event that is organized by the Scientific Society. And my topic is role of diagnostic modalities, imaging that are used in the traumatic brain injury. It is very important topic because many people are incidents with this disability, mortality because of the some causative etiology like road traffic accidents. These are main important topics, and thank you for inviting me in this event. Thank you so much. Hi everyone, myself Ikram Sen, group 3, 4th student Kadma, and so first day of scientific day is going on, so very well and well organized, and two more day left, and they are also good, and thank you for inviting me. Мы провели мероприятие, посвященное ко дням науки этого года, 22 года. У меня была иностранная секция, все иностранные студенты в количестве 10 человек. Все выступили успешно, всем понравилось. Это первый опыт, когда иностранных студентов определили в отдельную секцию. По результатам подсчета жюри и центральной, из главного корпуса тоже проводился параллельный подсчет. Определили первых, значит, победителя первых трех мест, а остальных всех наградили за участие. На самом деле мы хотим выразить огромную благодарность отделу науки за то, что это определенная мотивация для студентов, потому что, следуя международным тенденциям, мы должны понимать, что студенты не только должны хорошо учиться, не только обучаемость и посещаемость имеет значение, также имеет, значит, научная активность, реабилитационная деятельность студентов. Для того, чтобы поступать в, значит, зарубежные, особенно дальние зарубежья, европейские страны на постдипломное обучение, в Америку, очень важное значение имеет наличие научной деятельности. Поэтому мы сегодня дали понять студентам, что учиться хорошо – это только одна часть того, что студента-отличника. Студент должен заниматься также научной деятельностью. Поэтому все довольны. Мы считаем, что сегодняшнее мероприятие прошло на ура.